Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот огромный пакет, вот, с вот такой вот маленьким содержимым. То есть это, как всегда, отожог JD магазин. Вот такой вот огромный пакет прислали с вот такой вот маленькой коробочкой внутри. Здесь телефон Blubo за $32, $32.5 с распродажи. Итак, высыпаем. Один из подписчиков канала в каком-то из видео в комментариях указал, что ему хотелось бы посмотреть на вот этот вот дешевый Blue телефон. $32.5 он стоит. Смотрите, здесь у нас 5 дюймов Curved Glass дисплей, 4-ядерный процессор 1,3 ГГц, 5 мегапикселей камера, металлический корпус, я так понимаю, microSD поддерживает до 64 ГБ, 3,2 мегапикселя передняя камера, 3G поддерживает, Android 6.0. Вот так выглядит коробка. Сейчас мы распакуем, и в этом же видео я его погоняю несколько дней, и в этом же видео добавлю в конце вывод, какой это телефон понравился мне за $32.5. Вот, это бюджетный, сверхбюджетный телефон. Итак, что нам положили? Первое, это смартфончик. Выглядит он неплохо, и с виду, ну, здесь вот такое вот закругление. Ну, реально он прикольно выглядит. И давайте возьмем, сравним его с Redmi 4X. Немножко меньше он, чем Redmi 4X, но Redmi 4X тоже 5 дюймов. Здесь получается дисплей 5 дюймов, но сам смартфон немножко больше. По ширине он такой же, даже нет, чуть-чуть выступает. Но выглядит довольно-таки неплохо. Здесь вот динамик, такое отверстие для динамика, камера, датчики. Давайте будем смотреть, так сказать. Заднюю наклейку я пока снимать не буду. Вот, сверху у нас зарядка, 3.5 выход. Сбоку включение, громкость. Снизу динамик и микрофон, да, и справа ничего, и для сим-карт слот. Вот наклейка с, я так понимаю, имеями идет отдельно. Вот перебрасываем ее сюда. Далее идет чехольчик силиконовый, прозрачный, но он желтит, такой желтизной, желтоватенький, немножко приболевший. Ну, зима сейчас, да, они, как бы, неудивительно, все может заболеть. И даже силиконовый чехольчик. Вот, сел отлично, кнопки нажимаются, чувствуются, так сказать, эстетического вида не нарушает, но немного желтит этот чехольчик, поэтому если бы он был беленький, прозрачный совсем, было бы еще прикольней. А так он немножко желтоват. Ладно, давайте включать, пробовать. Не включается, то есть, возможно, он разряжен в ноль. Ну ладно, давайте отложим зарядник. Зарядник евро. Blue. Вот, и на что он тут у нас? На 1 ампер. 5 вольт, 1 ампер. Так, зарядка. Далее проводочек. Обычный USB, microUSB. Тоже Blue. Bolt like us. Вот так вот это все выглядит. Далее силикат гель. Далее ключик. Далее инструкция, как вставлять сим-карты на разных языках. Это, по-моему, испанский или итальянский. Вот тоже, в общем, на разных. Тут английский. Английский есть, присутствует. И Grand M. Вот Grand M. Инструкция Attention. Что где находится. И так далее. Такая кратенькая инструкция. Все.
как бы за 132 бакса ничего больше не положили. Ну, кстати, жирная, если есть чехольчик, то уже плюс, так сказать, потому что чехлы не все ложат к своим смартфонам. Вот, в принципе, распаковку мы сделали, теперь я его погоняю несколько дней и уже через несколько дней запишу видео, как он мне понравился, то есть и стоит ли вообще на такое тратить деньги, тем более такие небольшие, так сказать. Итак, телефон запустился. Так, как его тут разблокировать? Вот, и сразу прилетела новая версия прошивки BlueG070V20. Я сейчас немножко непривычно тут все, видите, как меню и отзывчивость, ну, я бы не сказал, что очень классная, то есть такая, немножко он... Вот, не получается так, как на моем смартфоне, да, то есть нужно здесь на экран немножко сильнее нажимать. Вот, и давайте посмотрим, версия Android 6.0, версия ядра 3.18.19, номер сборки MRA58K, вот, и 27.03.17 прошивка. Ну и давайте теперь, я что, все позакрывал? И обновление закрыл, что ли? Ну, хорошо, давайте тогда зайдем в настройки, получим, где оно тут, обновление, посмотрим и обновимся. Вот, новое обновление, все, загружаю обновление, обновляюсь и уже буду тестировать с обновленной версией. Вот, зарядился на 60%, он где-то около, наверное, полутора часа стоял на зарядке, даже нет, вру, наверное, около часа. Вот, но все работает, действительно он был разряжен в ноль и ему нужно было зарядиться. Работает неплохо, но в некоторых моментах, видите, срабатывают ложные нажатия. Ну, как бы пока все, и уже несколько дней я с ним поиграюсь, обновлюсь, поиграюсь и уже сделаю свой вывод. Итак, Blue Grand M, бюджетный телефон, купил я его на распродаже JD за $32.50. Кто-то из подписчиков написал мне, спросив, как смартфон и что интересно было бы на него посмотреть. Ну, мне как раз нужен смартфон дежурный для того, чтобы лежал дома и в случае необходимости можно было воспользоваться. Или, допустим, родственникам иногда бывает нужно там на время какой-нибудь смартфон. И для этих целей подойдет любой смартфон или кнопочный телефон. У меня был старый смартфон, Star A5000, которым после неудачной прошивки стал глючить тач. И я на него записал музыку для ребенка и включал ему, когда он был маленький. Потом ребенок подрос и разбил его окончательно. Ну, после этого была пара моментов, когда нужен был телефон. Вот, хотя бы кнопочный, а его не было. Поэтому этот смарт как раз пришелся кстати, то есть по такой скидке. Итак, характеристики. Здесь у нас процессор 1,3 ГГц 4-ядерный. Также батарея на 2200 мАч. Памяти 8 ГБ постоянной, 512 оперативной. И камеры 5.3 мегапикселя. Операционная система Android 6.0. Давайте по порядку. Батарея. Батарея 2200 держит неплохо и в режиме ожидания выдерживает 4-5 дней. Если просто разговаривать в обычном режиме с постоянным включенным Wi-Fi, то мне его легко хватило на день, ну, в обычном режиме. Полностью заряжается приблизительно за 1.5 часа. По поводу батареи хочу добавить, что если играть в игры, то он разрядится намного быстрее, но в игры особо тут не поиграешь. То есть и не особо его уничтожишь, как бы, да, батарейку играми. И явно смартфон не для игр. Экран грустный здесь, углов обзора вообще нету, то есть не то, что там, ну, как бы чуть-чуть в бок отворачиваешь, ну, на камеру я смотрю сейчас нормально при освещении, вот, но это я выкрутил на максимум яркость, вот, но он меняет цвета и, допустим, сейчас где тут яркости немножко убавим, вот, на яркости немножко убавили, все, вообще ничего не видно.
Яркость у меня все время на максимальной, в противном случае мне вообще ничего не видно на экране. Тач плохой, нужно нажимать на экран, хорошо как бы нажимать на экран, то есть чувствовать надо экран. Не так не получится, так как у меня в Redmi 3S или в Redmi 4X, если вот так вот легонько нажимать, бывает срабатывают ложные нажатия. Ну хотя сейчас вот в данный момент более-менее как бы. Но есть такой момент, что нужно именно чувствовать. Ты прикоснулся к экрану пальцем, то есть не так, как вообще легенько там я нажимаю на других телефонах. В смартфоне 8 гигабайт встроенной памяти. Так, вот я установил две игры, 5.43 у нас свободно. И оперативной памяти 512. Сейчас у нас свободно 93 мегабайта. Ну, в среднем там 80-90 мегабайт постоянно свободно. Немножко поменял ракурс, потому что фокусировка слетает. В общем, скажу, что оперативной памяти, ну, очень мало для игр, допустим. Вот, давайте посмотрим, как будет играть игра. То есть сейчас нормально, но видите, ой. В общем, как-то так, видите, вполне играть можно. Единственное, что вот надо, вот, кнопок здесь нету, вот здесь она находится. И замечу сразу, что вот это он так долго выходит, сворачивает игру. И замечу сразу, чтобы вообще все очень грустно не было, нужно сразу выключать все приложения, которые вам сейчас не нужны. Это очень важный момент, потому что вот этот момент, который старики, допустим, пожилые люди, они не сразу поймут, и нужно будет объяснить, если брать телефон, допустим, там родственнику пожилому, то нужно будет объяснять, как выгружать, потому что они, я на примере своей мамы знаю, у нее в телефоне, ну, у нее там хватает и оперативки, и процессора всего, чтобы много задач висело в памяти, но в этом телефоне этот телефон не простит много задач в памяти, он будет просто жутко тормозить. В остальном, видите, как бы, ну, более-менее нормально работает. Конечно, оперативной памяти мало для комфортной работы, часто подвисает, по несколько раз можно там нажимать что-то по несколько раз, а потом через несколько секунд он отвисает и на экране происходит не пойми что. Вот, такие моменты тоже бывают. Вот, дизайн мне понравился и довольно-таки неплохой. Задняя крышечка, она, не знаю, видно будет, не видно, немножко маркая. И здесь у нас идет в комплекте силиконовый чехольчик, что тоже плюс. Мы его закрыли, протерли, закрыли, и все отлично у нас тут будет выглядеть. Такой, ну, как обычный дизайн, то есть похож чем-то на, допустим, Redmi 3S. Он немножко больше, то есть мой Redmi 3S, он в чехле сейчас, в большом чехле. Если из чехла его достать, он значительно меньше. Мы, по-моему, сравнивали при распаковке. Камеры тоже грустные. И задняя, по-моему, 5, и передняя 3,2. То есть вот она. Ну, в принципе, как бы она есть. И пятерочка, она еще так, ну, ничего так еще снимает. Передняя тоже как бы так. Ну, они больше есть, чем что-то о них говорить. Вот. Ну, даже учитывая 5 мегапикселей, она довольно-таки неплохо снимает. Давайте еще вот так. Все время забываю, что у нас кнопки не внизу, а вверху. Вот, давайте попробуем переднюю. Перевернем, сфотаем. И вот так. Ну, конечно, 3,2, она очень грустная вообще. Вот. Зернистая все. Про камеры сказал.
По поводу звонков. Звонки все отлично, слышно меня хорошо, я слышу хорошо, связь ловит неплохо, то есть ну, стабильно все было со звонками. На обеих концах слышимость неплохая, тоже проблем с Wi-Fi нету вообще, Wi-Fi отлично ловит стабильно, как, допустим, на моем Redmi 3S, то есть сравнимо. Вот, по поводу звука, тут один динамик, вот мы уже его в игре послушали, ну он просто есть, больше нечего сказать. Вот, подойдет смартфон для пожилых людей, у которых все хорошо со зрением. Также может подойти ребенку, у которого горит все в руках, допустим, и который провинился чем-то, и чтобы не особо жалко было телефон, и вроде и смартфон, позволяющий и в интернете посидеть, и с комфортом, и игры вроде устанавливаются, но не настолько хорош, чтобы проводить в нем все свободное время. Также подойдет людям, у которых специфика работы такая, что телефон может сломаться, допустим, там роняют, например, там настройки, к обычному рабочему, так и бригадиру, или грузчик, если работает человек грузчиком, то есть ему тоже может пригодиться такой телефон, он компактный, легко помещается в карман, позволяет позвонить, так и отвлечься в какую-нибудь простенькую игру в обеденный перерыв, ну и не жалко, если с ним вдруг что-то случится за эти деньги. Подводя итог, скажу, что смартфон однозначно стоит $32, которые я за него заплатил, но не более. Сейчас на JD он продается за $50 или около того, там 52, по-моему, или что-то такое. То за $50 я бы его, имея текущий опыт, не купил бы. И я бы купил за $10-20 обычный кнопочный телефон, за $30 отложил бы на что-либо получше, или добавил бы еще $20-25 и уже купил бы что-то намного лучше, например, Xiaomi 5A, который уже можно найти за $70, я думаю, можно легко его уже найти. Вот, за $32.50, за который я купил, если вам нужен именно дешевый смартфон, а не кнопочный телефон, можно этот смело брать. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!